Сборная Чили в драматичном матче одержала сумасшедшую победу над командой Португалии. Исход матча решился лишь в серии послематчевых пенальти. Хотя за 130 минут игрового времени обе сборные могли неоднократно забивать и выходить вперед. Как бы то ни было, именно чилийцы сумели выйти в финал Кубка Конфедераций. Мы решили спросить у болельщиков, оправдались ли ожидания от прошедшей игры и что ожидают от финала самого громкого события 2017 года. Чили должны были в основное время выигрывать, конечно, но и так ничего. Ну, Чили просто быстрее играли, больше владели мячом, больше давили. Португальцы, как всегда, вторым номером пытались сыграть, как это они делали на чемпионате Европы 2016 года, но наконец-то у них это не получилось. Поражение Португалии могу объяснить тем, что Чили попросту сильнее, как мне кажется. Класс игроков в общем выше. Потому что в Португалии выделяется только Роналду, остальные как-то отстают. Рад, что Чили победили, они заслуженно выиграли. А как считаете, кто достоин попасть в финал? Мексика, думаю. Вообще, я бы очень хотела, чтобы Мексика вышла. Но я не знаю, я буду болеть за Мексику, но мне кажется, что у Германии больше шансов. Я буду думать то, что пройдет финал Мексика. Чили-Мексика, я думаю, будет достойный финал. Не согласен, мне кажется, выйдет. Ну, хотя Германия тоже сильный состав. Потому что Германия посильнее будет. Да. И все-таки финал, я думаю, будет Чили-Германия. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.